Эй, мои дорогие, добро пожаловать на мой канал. Маугли здесь. Мы сегодня снова играем в Тик-Так Пиф-Паф. Это симулятор создания голливудских спецэффектов в стиле Супер Хот, в стиле замедления времени. Но, в общем-то, вы все знаете. 16-я сцена у нас. Cutting it close. Порежь это близко. Начинаем. Опачки, что это такое там нафиг происходит-то? Так, я здесь. Охренеть, это что еще за фигня? Так, у нас нет никаких снарядов, понятно, лазеры, короче. Порежь это близко означает, что нас будут резать сейчас лазерами. Но ничего, нас не возьмешь. Мы вот так аккуратненько проходим. Проходим вот здесь. Опачки, вот и все. Отлично, это было расплюнуть. A cut above. Порезать сверху, как-то так. Схватайте the amp. Хватайте, короче говоря, эту гранату. Deploy with right mouse button. И запускайте правой кнопкой мыши. Сейчас попробуем. Какие-то новые здесь виды оружия, значит, у нас появляются. Обалдеть! Короче, посмотрите на эти лазерные установки. Вы что, ребята, издеваетесь, что ли? Эй! Воу! Это как это так я проскочил-то, а? Я даже не понял, как я так проскочил. Так, вон еще одна идет. Так, аккуратненько. Обалдеть. Второй раз просто лазеры меня миновали. Так, куда уходить? Я просто случайным образом каким-то я избегаю столкновения с лазерами. Так, еще одна идет. Еще одна волна идет. Сейчас прямо вот сюда. Так, она вот появляется здесь. Отлично. Идем. Ох, смотри. Вы только представьте, какие спецэффекты нужно создавать, чтобы такую хрень придумать. Так, аккуратно. А, вот здесь, кстати, безопасное место, понятно. Так, что мне нужно сделать теперь? Эта штукенция, что она делает? Мне взорвать нужно что-то? Так, ладно, пойдем поближе туда посмотрим. Так. Мне, наверное, эту штуку надо вообще взорвать. Что это? Правая кнопка мыши, я нажимаю. А, это какой-то электромагнитный снаряд. Что происходит вообще? Понятно, короче, это какая-то нейтронная бомба, которая взрывает все вокруг находящееся. The Cameo Bot. Я не знаю, что такое Cameo. Не знаю, что это, сейчас разберемся. Так, shoot the bot in the heart. Стреляй бота в сердце. И сердечно тебе спасибо команде SH за то, что они благословили на то, чтобы включить это Cameo. Очень любим. Какие-то, видимо, коллаборации между компаниями. Так, что за камео-бот какой-то здесь должен быть? Какой-то бот, которому нужно стрелять в сердце. Ладно, вот эту хрень мы знаем, как уничтожать. С этим проблем вроде как особо-то и нет. Так, откуда-то они валятся, все эти боты. Опачки, ты посмотри, сколько их там. Они летят со всех сторон. Вы что, издеваетесь? У меня патронов-то больше нет. Эй! Хорош! Хватит стрелять! Будьте добрыми. Опачки, вы только посмотрите, что за жесть. Так, ладно, боту нужно стрельнуть в сердце, нам сказали. И, по-моему, он еще и посылает лучи смерти в нас. А где сердце это самое? Наверное, вот здесь где-то. Так. Эй, сердце! Сердце бота. Вы слышите? Вы слышите, что он говорит? Давайте, я просто буду сейчас двигаться, а вы просто слушайте, что он говорит. Он говорит, супер, хот, супер, хот. Эй, вы чё это? Я не понял, а почему это он про супер хот говорит? Что за нафиг? Это что, пасхалка на супер хот? Он говорит, как будто чупер кот какой-то. Но мы-то с вами знаем, что он имеет в виду супер хот. Так, ладно, мы расстреляли этот камео-бот. Да, он какой-то был странный, я ничего не понял. Прятки, hide and seek, это означает прячься и ищи. Будут сейчас какие-то прятки, и мы должны будем от кого-то сейчас прятаться. Может быть, прятаться... А, наверное, нам нужно будет прятаться. Понятно, он, короче, за нами ездит, нам нужно вот по этим штукам ходить. Да, здесь ты, падла, нас не застанешь никак. Ну так. И нам, наверное, просто... Опа, не понял. Ты что, издеваешься, что ли? На тебе! О, это было очень просто. А эта фигня за нами летает. Обалдеть. Ладно, ты нас не возьмешь. Врешь, не возьмешь. Take your best shot. Сделай свой лучший выстрел.
предлагают нам сделать его. Сейчас здесь... Ох, смотри-ка, город будущего. Так, а этот нам меня, конечно же, стреляет. И еще и лазеры появились. Да вы че? Серьезно, ребята? Да хватит. Хватит прикалываться. У меня ни оружия, ни патронов, вообще ничего нет. Так, мне нужно его как-то уничтожить. Ну давай, давай, прям в сердце мы будем стрелять. Да, нам сказали, надо стрелять в сердце. Все, что ли? Не, вы серьезно? Что-то очень как-то просто. Ладно, следующая наша съемочная площадка, 21 уровень. Flip them the bird. Переверни их птичку. Ой, вот это мне нравится. Это мне нравится. Так, понятно, нас сразу же уже стреляют. Ах, ракета прямо мне в лобешник. Так, давайте-ка сейчас будем уворачиваться. Так, от этого мы избавились. Ладно, с этими мы легко разберемся. Я думаю, нам будут давать по одному патрону. О, вы смотрите, какая жесть едет. Слушай, мне вообще это нравится. На самом деле, в слоу-мо это выглядит просто потрясающе. Огромные грузовики. Ты посмотри, все летит на меня. Ну что будем делать-то? Так, нам нужно как-то увернуться. Ну, конечно. Так, что там про птичку-то было? Про какую-то птичку нам говорили. Так, нам патрон-то дали, нет? Где патрон? Эй! А, вот нам дали его, да, все, он у нас. Охренеть, вы только посмотрите! Это просто какая-то жесть. Фу, так, машины летят, машины вообще летят на нас. Но, смотрите, они интересным образом, что они летят немножко рандомно. Вот я дошел, и все, да. Вот и все сделано нормально. Ear of the Dragon, год дракона, 22 уровень. Fly. Вот эта кнопка, видимо, будет подбрасывать меня куда-то наверх. То есть новые игровые элементы вводятся, и это интересно. Игра не наскучивает, тебе постоянно приходится... Обалдеть! Обалдеть! А я думал, Скунс был такой комический персонаж у нас в молодости. Так, смотри, а что дракон-то? Он меня убивать будет? Или как? Дракоша! А дракоша, по-моему, ему вообще-то фени. Мне нужно как-то уничтожить бота. Бота уничтожить. Так, наверху... О, еще один бот появился. Да блин, да вы что ж такие суровые? Так, стреляй. Пэм. Так, все, по-моему, у меня есть один снаряд. Сейчас мы запустим. Четко, четко. Вау, на опережение. Пам. Прекрасно. Идем наверх. Эй, тихо. Такой вот эскалатор у нас крутой здесь. И он нас будет быстро поднимать. Интересно, мы здесь можем садиться? Не, садиться мы здесь не можем. То есть так можно было бы, в принципе, прятаться за эти... штукенции. Так. Куда ты? Давай обменяемся выстрелами. Жалко, что я не могу сбивать, допустим, своей ракетой, не могу сбивать ракеты противника. Вот этого в суперход было хоть отбавляй. Можно было, ну, помните, да, мы с вами даже с вами разрубали пулю надвое. Попадет, не попадет. Промахнулась. Твою ж налево. Так, нам в меня стреляют. Нам нужно как-то сейчас скрыться. Так, нам предлагают как бы подпрыгнуть наверх. Сейчас мы давайте попробуем избавиться сначала от этого бота. Вот так, отлично. Полетел. Теперь вот этого. Уничтожим. И вот этого. Чтоб он нам не портил жизнь. Вот. И соберем, наверное, патрончики. Почему бы и нет. Так, все. Теперь мы прыгаем наверх. Смотрите, какой дракон, а. Вы посмотрите, какой дракон. Почему он не участвует в нашем уровне? Это же должен быть как раз гвоздь программы. Так, я подпрыгиваю. Обалдеть, ты опять. Опять мне боссов каких-то подсовываешь. Но я так вижу, с боссами мы с вами вообще на короткой ноге. Ага, так. Промахнулся. Так, не промахнулся, нифига не промахнулся. Маугли стреляет. Давай. Эй! Perfect, совершенство. Border crossing, пересекая границу. Или пересечение границы. Ой, ребятки, что-то не нравится мне это открытое пространство. А, ну это дорога. О, ребята, хейтеры пошли. Сколько их там, хейтеры? Алло, все сюда, хейтеры. Черт. Да, слишком увлекся борьбой с хейтерами. Вот это еще один хороший урок для всех ютуберов. Нельзя увлекаться борьбой с хейтерами. Потому что это ни к чему хорошему не приводит. Только одни проблемы. Блин, они бегут сюда. Они бегут сюда, и они взрываются, кстати. Оу, привет! Привет, дружище, давай.
Кабум! Я от тебя уже никуда не смогу скрыться. Все, забомбило, забомбило у него. Нам как бы показывают, что вроде как типа здесь надо переходить, да? Так, один готов. Так, еще это у нас кто такие? Дизлайчики. Те, кто дизлайки ставит, смотри, полетели. Вау, с горящим пуканом. Так, вот этот ко мне бежит. Че ты ко мне бежишь? Ты отстань от меня вообще. Я не хочу с тобой общаться. Да, нужно как-то их выманить надо. Выманить на машины. Давайте все сюда, все сюда. Так, просто я буду от них убегать. Ну что, один хрен там меня догоняет все время. Ой, вот это, тут уже не один хрен, тут уже несколько хренов меня догоняют. Ах ты, черт. Догоняют только так. Пэм. Не получилось перепрыгнуть через машинку. Эй! Так, прыгнули. Второй прыжок, отлично. Переходим, переходим. Я просто от них убегаю. Хейтеры, хейтеры. Все? Так, а куда идти-то? Погодь, погодь. Наверх, что ли, туда? А где, где? Или мне просто всех их уничтожить нужно? Я не понял, а где у меня конец уровня-то? Финиш-то где, ребят? Эй, алло? А, он появился на той стороне, что ли? Не, серьезно? Это мне сейчас обратно нужно будет переходить? Ну, ё-моё. Ну, ладно. Я думаю, что мы справимся с этим. Неприятность эту мы переживем. Ха-ха-ха, смотрите, хейтер застрял. Ну чё? Чё, бомбит у тебя, да? Не нравится, как я играю? Вот и сиди здесь, скрюченный и одинокий. А я пошел дальше на следующий уровень. Снято, говорю, simplicity itself. Простота самого себя. Или простота, как она есть. Как-то так, itself. Так, что у нас? Боты опять появились. Нам нужны какие-то... Смогу я его нейтрализовать электромагнитным импульсом? Нет, я не смог это сделать. По-моему, я сейчас свалюсь. Обалдеть. Не получилось. Так, смотрите, давайте. Ну, думай. Как мы будем их уничтожать сейчас? А, понятно. Эти штуки нам нужны для того, чтобы собрать оружие. Почему-то я вот не смог его собрать. Давай-ка сейчас немножко по-другому. Вот так вот сейчас сиганем. Пэм! Есть. Ну чё, боты? Эй! Чё такое? Так, есть, готово. Офигеть. Вроде как новых ботов не появляется, а эти с ними справиться очень легко. Смотри, в прыжке сейчас. Вау! Пэм! Нормаляк. Вообще красиво так их уничтожаем. Эй! Готово. 24 секунды всего. Крис-кросс. Крис, я не знаю, что такое кросс. Это пересекать. Или крест еще можно. Что-то с крестом или с пересечением будет связано. А, смотрите, какая красота. Ты что меня там стреляешь-то, слышишь? Побойся бога. Бум. Я хотел поплавать. Меня не пустили. Ай, в меня прям. Да сколько ж... Вы что, обалдели? Вы совесть имеете? Что творите-то вообще? Кто-то меня, по-моему, стрельнул. Офигеть, их сколько там. Бам! Я не успеваю добежать. Чё за нафиг? Опс, прям в меня. А, они еще и вылетают сюда. Да вы чё, как вам вообще не стыдно-то? Смотрите, у меня снарядов никаких нет. В меня уже с самого начала все летит. Как там мне... Кого нейтрализуем-то в первую очередь? Давайте попробуем... А давайте вот это. Пэм! Ага, там еще один сидит бот. Охренеть. То есть крест, я понял, почему крис-кросс написано. Потому что здесь некий крест такой. И его нужно как-то обойти. И там еще один бот. Не, в любом случае мы должны сейчас пробираться прямо вот туда. Прямо, прямо. Но они не дают, конечно, мне. Собаки серые. Расстрелять их хоть снизу, что ли? Вон заветные пульки лежат там. Да, мы поняли уже, что ты проиграешь. Так, давайте их выманивать сейчас. Я даже в полете, они меня каким-то образом сбивают. Я не знаю, что у них за система наведения такая. Так, отсюда мы, и, конечно, его не поразим, да? Ну, в принципе, можно же выманить их. Да чё я парюсь, реально, надо просто выманивать.
Вот так, мы сейчас просто будем их выманивать. Давайте, выезжайте сюда. Выезжайте сюда. Отведайте. Отведайте электромагнитного импульса. Сибирского. Так, вот этого сейчас сразу мы уничтожаем. Да, надо было просто выманить. У нас... А, у нас же один выстрел всего был. Как я увернулся? Это было что-то. Так, у нас еще два бота стоят там. И, по-моему, они пытаются в меня стрелять. Стреляйте, вам это не поможет. Засранцы. Все, так, сейчас нам надо их... Тактично убиваем. Тактично, этично убиваем. Все. Сложный был уровень. Так, Flip Them the Bird. Это мы все прошли. Следующая последовательность. 26 уровень. Bombs Away. Бомбы прочь. Так, ага. Я вижу какую-то спиральку ДНК. Так, это что у нас? Это что у нас за хрень? Так это же какой-то адский бот. Адский бот-бомбардировщик. Он стреляет. А мы должны, видимо, бежать просто так вот. Просто так бежать. Просто так бежать. Просто так не получится, дружище. Бум. Так, пульку дай. Пульку дай. Так, смотри. А, вот, нам нужна эта бомба для того, чтобы электромагнитным импульсом мы ему снесли башку. Давай, иди сюда, ты, каракатица проклятая. Ну что, готовы? Раз, два, три. Бам! Страшная нейтронная бомба. И всему неживому пришел конец. А как насчет камер, кстати? Все, он умер. Камеры тоже, по идее, должны разрубаться. Чоу даун. Чоу. Я не знаю, что такое чоу. Но что-то связанное с движением вниз. О, тихо, там были кресла режиссера. Мы же все-таки... Вы забыли, да? Мы с вами же снимаем здесь крутое голливудское видео. Да, об этом, кстати, игра-то. Игра не о замедлении времени. Игра о съемках голливудского блокбастера. Спецэффектов для голливудских блокбастеров. Там какая-то жесть. Вот тут просто какая-то адская жесть находится и творится. Там какая-то ужасная машина убийства с лазерами смертельными. Так, ну что, у нас один патрон. Поздравляю вас с этим. Нам нужно его запулить прямо ему. Оп! Ах ты, блин! Ухо отрезал мне. Так, я предлагаю вначале... Ой, смотри, а там что-то уровень какой-то еще прозрачный. Предлагаю посидеть на кресле, немножечко отдохнуть. А, я устал. Ладно, пойдем дальше. Так, смотрим, с чего у нас все начиналось. Эх, не достал. Это могло стоить мне жизни. Один патрончик. Патрончик. Бум-бум. Зашибок. Так, опачки, вот они эти лазеры смерти. Вау! Пробрались. От ракеты увернулись. Пока что все идет очень даже неплохо. Ну что, смотрите, нам нужно каким-то образом в него выстрелить. Лазеры, они проходят вот здесь, и они проходят... Какая у них последовательность-то? Лазеров. Раз, потом два, три. А потом... Они вообще как-то рандомно. Ой-ой-ой, чуть меня не попал. Так, что, ну, в принципе, отсюда можно стрелять. Сейчас так метко прицелились. Раз, два, три, пуск! Ракета, земля, воздух. Ну! Кабум! Взорвали, не взорвали? Половину только взорвали? Ты что, издеваешься? Ладно, я так по стеночке пройду. Не заденет же меня. Эй, господин, бот, пожалуйста, не стреляйте в меня. Я тут патрончики возьму, чтобы вас взорвать. Все, гори в аду. Вот так вот, смотри, отправили ракетку к нему и... Бум! Что, сердце еще у него осталось? Сердце бьется у тебя. Машина ты, проклятая. Unkindest cut. Kind — это добрый. Unkindest — это самый недобрый отрез. Как-то так. Ребят, у нас, видите, летсплей-то не просто веселые, они еще и познавательные. Так английский выучите со мной, наверное. Ну, по крайней мере, до того уровня, на котором я его знаю. О, все. О, хейтеры пошли. Взорвались. Не смогли вытерпеть новое видео, не поставив дизлайк. Не написав гневный комментарий. Не смогли.
Терпения не хватает. Еще одно важное качество, ребят, это терпение в жизни. Не понял, это что за катушки там такие? Там еще камни летят. А откуда у нас камни здесь? В футуристичном городе откуда камни? Скажите, а что? Новая серия Индианы Джонса? Так, хейтеры побежали. Давай, все, взлетаем! Ну, это понятно все, это понятно, да. У нас диски крутятся, диски. Вот камушки откуда-то у нас появились там. Скажите мне, откуда камни? О, что-то взрывается, не понял. О, вон они! Шоколадные подушечки. Несквик. Так, подпрыгиваем, смотри. Да, немножко неправдоподобно. Все, можно идти дальше. Так, осторожненько идем, да? Так вот, я говорил, что терпение очень важное качество. Иногда вот у людей, и часто у людей, вообще просто нет этого самого терпения, и они даже не могут сдержаться там тогда, когда нужно сдержаться. И постоянно болтают всякую ерунду. Так, а что мы... А, мы же бота должны уничтожить. Да, как же так. Вот так снято все, ребят, нормально, 35 секунд. Сцена. Things are looking up. Вещи смотрят наверх. Или смотрящие наверх. Ой! Ой-ой-ой-шеньки-ой-ой! Ты посмотри, какая фура едет сейчас на меня. Она едет на меня? Она едет на меня. Она... Я понял, надо уходить. Надо уходить, назад дороги нет. О, какой красивый фонтан! Вы это видите? В замедленном-то вообще! Это как будто какой-то... Ах ты, блин! Ёшкин ты корень! Я же забыл, что у нас вещи-то смотрят вверх! Это значит, что камни у нас катятся! Катятся камни! Прямо по башке! Да... Так, все тихо и безмятежно. Это просто дзен какой-то. Тихо и безмятежно. Так, идем. Мы смотрим просто наверх. О, новая порция катышей. Ой, тихо, уворачивайся. Че там, фура-то у нас едет? Фура с лайками едет? Надо быстрее. Я вообще не смотрю, куда я иду. Фура с лайками. Ой, не увернусь, твою ж, налево. Да, немножко такой он уровень интересный. По-моему, они как-то летят в одинаковой последовательности. Группами по два. Вот так летит. Вон там еще группа. Ой, вот этот сейчас мне заедет. Я прям чувствую, как он мне в лобешник сейчас прилетит. Так, с этим мы разобрались. Это мы уже с вами проходим. Если мы просто идем дальше, не останавливаясь, мы сможем пройти? Вот я предлагаю все-таки... Нет. Ой, залепит. Не, они как-то по-разному летят, кстати. Каждый раз по-разному. Так, сейчас новая порция сейчас летит. В прошлый раз нас накрыло... Я не понял. Обалдеть! Я забыл, что они, оказывается, еще могут рядом со мной приземляться. Так, ничего. Мы сможем это пройти. А если я прыгну в воду и переплыву? Ну, наверное, такая опция не существует здесь. Иначе было бы все очень просто. Такс. Осторожно, Маугли. Береги голову. Каску одел. Так, вот они падают. Вот я поэтому не мог пройти, потому что они преградили мне путь. Тем временем фура с лайками приближается. Так, идем. Не останавливаемся. Ой. Заденет. Конечно же, заденет. Ну все, собрались камни собрались, фура собралась, мы собрались тоже. Таран-та-тан-таран, я могу еще стрелять. А если я в камень выстрелю? Ну-ка. Бам! Ничего не происходит. Камень как был камнем, так и мы остается. Так. Давай, чуть-чуть, у нас до финиша остается буквально несколько... О, вот здесь, по-моему, сейчас неплохо было. Вот главное сейчас, чтобы меня что-то здесь не зацепило вообще, со всех сторон накрыли. Камни вы проклятые. Так, бежим, не останавливаемся. Вот оно, все. Фух, вроде бы ничего сложного, а не просто. A perfect 300. Совершенные какие-то 300. К чему бы все это? Может быть, мы 300 раз будем проходить? О, хейтеры, может быть, 300 хейтеров? А что это такое тут? Не понял. Вода какая-то бежит как будто.
Чё за звук? А, это звук приближающихся хейтеров. А я не понял, а чё они взорвались? А почему они взорвались? Может быть, они когда встают... Вон он, смотрите, тень от хейтера. Может быть, они когда на зеленую полоску попадают, они взрываются? Эта полоска, знаете, что такое? Это зеленая полоска, это хорошие подписчики. Смотри, что с ним. Вот так вот с хейтером. Тут точно такое же и происходит. Охренеть, это что это за гипер... Босс там такой. Вот с хейтером то же самое происходит, когда он нарывается на зеленую полоску, которая символизирует благосклонность зрителей. Зрители, которые просто тебя любят. Просто тебя ценят и не смотрят твои видео с позиции: ну-ка, что там он еще такого придумал? Я не понял, это все что ли было? Я только хотел сейчас философскую мысль развернуть, но меня прервали. Ну что, пойдем дальше, наверное, попроходим еще. Еще пятерочку, наверное, уровней мы сделаем, и на этом будет, в принципе, достаточно. Crazy Eights. Сумасшедшие восьмерки. Сумасшедшие восьмерки. Где вы? Так, я вижу, что там кто-то запускает фейерверк. О, музон начался. Вот честно признаюсь, мне не хватало здесь музона. Вот чего мне не хватало здесь, а музона не хватало точно. Эй, ты всю мне малину испортил. Пам. На тебе. Ну что, все. Не отвлекаемся на музыку, но и не забываем о ее существовании. Так, готово. У нас, в принципе, 5 патронов есть. Мне кажется, можно было бы сделать какую-то фоновую музыку. Потому что... Halfway to target. Половина пути до цели. Я не понял. Может быть, нам нужно здесь 8 ботов расстрелять? Здесь было бы... А, вот, смотри-ка, что это такое? Это что такое? Я не понял. Какие-то... По-моему, меня кто-то стреляет. Мне кажется... А, может быть, нам надо стрельнуть в этот алмаз? Не, ничего не происходит. Это просто здесь какой-то элемент дизайна, видимо. Да ёшкин ты, корень! Пока я тут пытаюсь изучать окружающую среду, вы в меня стреляете. Не надо так делать. Можно было бы пустить какой-то интересный такой, знаете, подвижный, энергичный саундтрек на заднем фоне, потому что этого не хватает в игре. В тишине, конечно, хорошо, но можно сконцентрироваться, подумать о вечном. Так. Мы обменялись с ними выстрелами. Ну тут, похоже, уровни-то серьезные пошли. Уже такой хардкорчик, знаете ли. Тут уже надо немножечко быть напряженным, я бы даже сказал. Так, мы сразу их уничтожаем, потому что... А что нам экономить эти снаряды? Просто сразу сейчас вырубим всех. Так. Этого убиваем. Кто у нас там еще остался? Ну-ка! Давай, выходи! Он еще один стреляет, там подлый тип. Охренеть! Это что за жесть такая? Опять диски? Так, у нас есть еще боты какие-то? Что-то все потемнело почему-то сразу резко. Нам нужно как-то попасть. Да, ему нужно попасть прямо в сердце. Я понял, что периодически оно как бы раскрывается. Я думаю, что мы сейчас это сделаем. Вот так вот я сейчас... Так вот, я сейчас стреляю и попадаю в опору. И в меня кто-то еще палит там умудряется. Ну-ка. О, смотри-ка, по-моему, я что-то у него взорвал. Так, ладно, стреляем еще разок. Бу-бух. А, так у него мы ему чешуйки эти можем отстрелять. Ну, тогда вообще это просто. Он выглядит страшней. All sweetness and light. Вся сладость и свет. Уровень 32. Какие-то страшные лазерные боты появились. Ох, смотрите, какие тачки. Это очень крутые тачки. Они выглядят красиво. Беленькие. Я не понял. Ну все понятно. Нам нужно добраться до нейтронной бомбы. Вы только посмотрите на эту хероборину. Как вот с этим можно справиться? Ага, у нее еще тут колюще-режущие. Давай, все себе, конец. Понятно?
просто всех победил, все взорвал. Я выиграл, нет? Ага, я выиграл. Да, это выглядит страшнее, чем на самом деле. Cross your path. Пересеки свой путь. Или они будут пересекать... А, они будут пересекать мой путь. Ну, конечно. Кто бы мог сомневаться. Еще и в меня стреляют. Да вы ж, хватит вы. Злюки вы такие поганые. Так, я понял. Мне нужно уворачиваться. Уйди от меня, проклятый бот. Я бы хотел посмотреть фильм, который снят с такими спецэффектами. Я такого еще не видел ничего подобного, даже близко. Так, от этого мы избавились, засранца. Что у нас здесь? Все, мы прошли. Можно выдохнуть. A miss as a good. Miss это пропажа, as a good так же хороша. Пропажа так же хороша. Воу, вы посмотрите на этот павильон. Мне нравится здесь дизайн. Дизайн окружающей среды. Ага, понятно, это босс. Воу, он стреляет в меня. А чем я должен его нейтрализовать, скажите мне? Он в меня вот такие вот самонаводящиеся ракеты пуляет. А я должен, значит, вот с этой электромагнитной перделкой к нему подойти. Так, спрятались. Ну и что я сделаю? Ракета летит прямо в меня. Ракета, ты летишь прямо в меня? Или как? Вот что я сейчас должен делать? Ну ладно, пошли к нему. Просто пошли к нему. Бабах! Че, я убил его, что ли? С двух ударов? Господи. Он реально выглядит страшнее, чем есть на самом деле. The Sentry. 35 уровень, последний на сегодня. И будет здесь большой бум сейчас. Кто это стрельнул? Что за падла стреляла? Ой, это страшный лазер. А, нам нужно просто дойти. Но это плевое дело. А, типа того, да? Опа! Оп. Его нужно обманывать. Мы как бы движемся в эту сторону, и он стреляет в эту сторону автоматически. А мы до туда не доходим. О, лошара. Оп! Все, мы прошли его. Вот так вот, до 35 уровня мы с вами дошли. Это была игрушка Тик-Так Пиф-Паф. Такой вот симулятор режиссера голливудских спецэффектов в каком-то непонятном футуристическом сеттинге в стиле Super Hot. С вами был Маугли. Обязательно ставьте лайк этому видео и подписывайтесь на канал. С вами мы увидимся в следующей серии прохождения этой же самой игры очень скоро. Всегда оставайтесь на высоте и покедова.